Доброго времени суток, дорогие друзья! Если вы сейчас открыли это видео, значит, вам очень нужны деньги. Скорее всего, у вас есть кредиты и долги, и вам надоело жить в нищете. Этот видеоролик мы с командой решили записать для простых, обычных людей, таких же, как и мы, которые проводят время в интернете, но не просто его проводят, сидя за компьютером, а которые хотят улучшить свое финансовое положение и ищут для себя какие-то варианты заработка в интернете в наше сложное время. И хотят зарабатывать так же, как и мы, каждую неделю от 100 до 500 долларов. Для людей, которые хотят получать 5 зарплат в месяц, имея возможность при этом вести и контролировать свой бизнес, не выходя из дома, через интернет, сидя за своим компьютером, рядом с родными и близкими, рядом со своими детьми. На сегодняшний день ни для кого уже не секрет, что в интернете люди не только могут что-то купить или продать, оплатить различные услуги, но также могут зарабатывать очень хорошие деньги. Если вы сейчас смотрите это видео, значит, вы нашли для себя именно то, что, возможно, долго искали. И главное условие для вас с этого момента, если вы хотите начать зарабатывать деньги в интернете легально, без продаж, без обмана, без беготни, действительно сидя дома за компьютером, это не закрывать это видео и досмотреть его до конца. Скорее всего, вам каждый день кто-нибудь присылает в интернете различные предложения о том, как можно зарабатывать в сети, и вы уже устали отмахиваться от всего этого спама. Данная информация не является спамом, так как сотрудники нашей компании высылают видеоролик только по личному желанию каждого человека, кто спрашивает о нашей работе в интернете. И если вы, после того, как сами же, попросив информацию, закроете этот ролик на второй минуте, не изучив его до конца, то будьте готовы к тому, что в ближайшие 30 лет вы также будете ходить на ненавистную работу, жить в долгах и кредитах и получать одну зарплату один раз в месяц, максимум 100-150 долларов. Потому что, несмотря на большое количество предложений заработка в интернете, ни одна компания не платит 70% дохода своим сотрудникам за те же самые действия, которые вы будете делать в других компаниях или каких-то проектиках, отказавшись от этой возможности. И сейчас вы получите ответы на вопросы, что же это за компания, какие доходы можно получать и что нужно делать. Итак, друзья, с огромным удовольствием, открытым сердцем и большой надеждой, что вы разберетесь в информации, хочу вам представить компанию, которая изменила жизни уже очень большого количества людей. Компанию, благодаря которой люди избавляются в первую очередь от долгов и кредитов и начинают зарабатывать достойные деньги уже в первую неделю после заключения контракта. Компанию, которая дает возможность каждому простому человеку, будь то мамочка в декрете или учитель, сантехник, парикмахер, студент, пенсионер, открыть свой бизнес, начать работать на себя, не выходя из дома, без продаж, без каталогов, без беготни, без уговоров. Компанию, которая дает возможность зарабатывать 5 зарплат в месяц, обрести финансовую свободу, обеспечить жизнь себе и своим будущим поколениям. Это компания Skinny Body Care, друзья. Возможно, вы уже слышали о ней что-то, а может, слышите в первый раз. В любом случае, напоминаю, если вы закроете это видео, то навсегда упустите свой шанс в жизни. Поэтому рекомендую взять в руки калькулятор, чтобы считать деньги вместе со мной. Ну что ж, друзья, начинаем отвечать на вопросы, что же это за компания Skinny Body Care, которая позволяет работать людям в интернете, сидя дома за компьютером, никуда не бегать, зарабатывать каждую неделю 5 зарплат в месяц и обрести финансовую независимость. Итак, компания Skinny Body Care – это американская международная компания, которая работает на мировом рынке с 20 января 2011 года, уже шестой год пошел нам. Президентом компании является Бен Глинский. Компания вышла на рынок не просто так. Как и любая другая организация, компания Skinny Body Care имеет юридические документы, имеет свое производство, 3 завода, производственные склады, офисы. То есть она уже шестой год успешно работает на мировом рынке и производит 5 видов продуктов в сфере красоты и здоровья. Это крем,
который без хирургических операций, вмешательств и уколов позволяет вам буквально за 90 секунд избавиться от мешков под глазами, от морщин и сделать ваше лицо на 10 лет моложе. Крем Instant Youth. Это сыворотка Ageless для кожи лица и тела, которая также позволяет сделать ваше лицо и кожу тела моложе, убрать растяжки, различные какие-то повреждения кожи, избавить вас вообще от всех проблем с вашей кожей. Это капсулы для очищения организма, снижения веса Skinny Fiber. Это капсулы Skinny Body Max, улучшенная формула и дополняющая капсулы Skinny Fiber, также для очищения организма, снижения веса. Это напиток High Burn, который во время сна позволяет вам восстановиться за ночь, также позволяет снизить вес и дать вам очень-очень много энергии на следующий день. Это качественные, натуральные, запатентованные продукты, о которых вы можете узнать, друзья, подробнее, если вы попросите либо видео, ссылочку на продукт, да, либо придете к нам на конференцию в 19:00 каждый вечер по Москве. У нас проходят конференции. Попросите ссылку на комнату онлайн у человека, который дал вам это видео, и обязательно наш партнер поделится с вами этой информацией, и вы сами услышите все о продуктах. Почему я говорю о продуктах, друзья? Потому что любая организация деньги выплачивает не из воздуха, а от товарооборота. Именно с этой целью я вам рассказываю о нашем продукте немного. Сейчас, возможно, кто-то подумает из вас, что вот опять банки, опять, наверное, нужно что-то продавать, хотя и говорят, что не нужно, лишь бы затащить в компанию. Нет. Еще раз напоминаю вам, что мы в этой компании не продаем данные продукты. Нам не нужно этого делать. Помимо того, наша компания не входит в ассоциацию прямых продаж, потому что эта компания совершенно новая в своей индустрии. И доход здесь идет не за счет больших продаж, а за счет того, что мы делимся с людьми информацией и помогаем людям заключить контракт с компанией, даем им бизнес-возможность, которая позволяет людям обрести финансовую независимость, которая позволяет людям зарабатывать каждую неделю хорошие деньги, сидя дома за своим компьютером, работая в соцсетях, проводя время в интернете. Сейчас я вам раскрою всего лишь несколько видов дохода, которые позволят вам увидеть, сколько вы можете зарабатывать каждую неделю и на какой пассивный доход ежемесячный вы можете рассчитывать в будущем, если вы придете работать в нашу компанию, друзья. Итак, начнем. Первый бонус. Бонус быстрого старта за личное приглашение. Когда у нас люди спрашивают, когда я могу заработать свои первые деньги, мы отвечаем, что вы можете получить свои первые выплаты уже в следующий четверг на следующей неделе. В компании есть 3 пакета. Это входа: простой, серебро и золото. И когда вы подключаете человека на любой из 3 пакетов, вам компания платит 50% от балловой стоимости каждого пакета. То есть простой — это 50 баллов, серебро — это 100 баллов, золото — 150 баллов. И в зависимости от того, на какой пакет у вас зайдет человек, вы зарабатываете либо $25, либо 50, либо 75. Сейчас у вас, наверное, возник вопрос, на какой же пакет лучше заходить. Конечно, скажу вам еще в конце подробно о пакетах, но сейчас хочу сказать, что если вы идете строить бизнес действительно, то нужно заходить как минимум на серебро или на золото, потому что на простой пакет, когда вы заходите, он экономически невыгоден. То есть вы при одних и тех же действиях можете на разных пакетах зарабатывать разное совершенно количество денег. Давайте рассмотрим вот такой вот слайд. То есть, когда вы подключаете определенное количество партнеров и когда вы заходите либо на простой, либо на золото, и ваши люди делают то же самое, да? Смотрите, например, вы пригласили 3 человечка, зашли на простой пакет, вы заработаете всего лишь $75. А если вы зайдете на золото и точно так же пригласите на золото 3 человека, то вы уже $225 заработаете, то есть это во много раз больше. Если вы подключите 5
и пригласите их на простой пакет, вы заработаете всего лишь $125. А если также вы зайдете на золото, и ваши люди зайдут на золото, и вы подключите 5 человек, вы заработаете уже $375. То же самое, если вы подключите 10, например, на простом пакете, вы зарабатываете всего лишь $250. А на золотом пакете, и если ваши люди заходят на золото, вы зарабатываете уже $750. То есть при одних и тех же действиях вы зарабатываете разные деньги. И это всего лишь за то, что вы лично подключите человека. То есть каждую неделю подключаете, каждую неделю получаете вот такие вот выплаты в зависимости от того, на какой пакет у вас зашел человек и на каком пакете вы. Рекорд в компании был 501 человек за месяц. Это даже если умножить на простой пакет, посчитайте, сколько это будет денег. Это еще не все, ребят, потому что нам компания платит не только за наши действия, но и за то, что наши люди работают, то есть мы для этого и создаем команду, мы для этого и приходим в компанию, чтобы создать один раз в жизни свою команду и каждую неделю и каждый месяц получать свой пассивный доход и быть финансово обеспеченным человеком. Рассмотрим еще один бонус, это бонус быстрого старта от дохода структуры. Тут тоже обратите внимание, что начиная с золота открываются вам 4 линии дохода в глубину. То есть, когда вы подключаете партнеров, когда ваши партнеры подключают, когда их партнеры подключают, и так до 4 линии. То есть, простой и серебро, они имеют выплаты по этому бонусу одинаково с 3 линий. Золото с 4 линий. И это процент за работу вашей команды. Точно так же он выплачивается, этот бонус, еженедельно, дополнительно вот к первому бонусу за ваши личные действия. Давайте разберем пример, чтобы вам было более понятнее. Например, вы зашли на золото, да, и подключили 3 на золото, и ваши люди сделали то же самое до 4 линии. Смотрите, какой дополнительный доход, помимо того, что вы получите по первому бонусу деньги, да, вы по второму виду дохода получаете вот такие выплаты, если вы заходите на золото, и ваши люди тоже заходят на золото, подключают по 3 человечка всего лишь, ребят. Со второй линии $67.5, с третьей линии $121.5 и с четвертой линии, так как уже там людей больше, хотя каждый подключает по 3, $243. То есть плюсом к первому бонусу вы еще $432 получаете, если вы подключаете 3 человека на золото, и ваши люди делают то же самое до четвертой линии. Рассмотрим пример с 5 людьми, то есть как и в первом виде дохода. Если ваши люди вас дублицируют, то есть вы пригласили 5 человек, ваши 5 человек пригласили по 5 и так до 4 линии, то вы уже пассивным доходом дополнительно к своим выплатам по первому бонусу получаете $2625. То есть за одни и те же действия, но просто больше количество человек на 2. Каждый пригласил по 5, и вам не нужно строить огромную структуру, то есть до 4 линии у вас команда пригласила по 5 человек каждый, зашли на золото все, $2625 у вас уже дополнительный доход помимо первого бонуса. Это только по одному виду бонуса, ребят. Давайте рассмотрим с десяточкой, да, когда вы подключаете по 10 партнеров и ваши люди до 4 линии, это только по второму виду бонуса, еще раз заостряю ваше внимание, до 4 линии делают то же самое, вы уже имеете $35250. Ребят, покажите мне компанию, покажите мне бизнес на земле, который за неделю может принести $35000. Я думаю, что пока у нас такой организации нет. Я имею в виду сейчас, что если бы у вас был маленький магазинчик или какой-то там небольшой супермаркет, да, и такие деньги за неделю могут получать люди, ведущие бизнес уже как бы с сетью больших магазинов, с сетью ресторанов. И то навряд ли, наверное, в наше время, в кризисное, могут заработать такие деньги бизнесмены за неделю. Здесь все просто. Подключайте людей, рассказывайте о бизнес-возможности с компанией Skinny Boutique. Человек приходит работать к вам в команду, вы получаете деньги. Объясняете, как подключить человека своим людям, да, они делают то же самое, вы получаете еженедельный пассивный доход. Это я вам привела всего лишь 3 примера
когда вот 3, 5 и 10, а компания нас не ограничивает в приглашениях, то есть вы можете подключать бесконечно, ваши люди будут подключать бесконечно, потому что невозможно остановиться, когда ты видишь эти деньги, и вы будете получать еще больше выплат. Но это еще не все, друзья, потому что у нас есть еще третий вид дохода, еженедельно точно так же выплачивается. Когда вы заходите именно на золото, вот этот бонус вам доступен. То есть, если вы зайдете на простое или на серебро, вы по этому виду дохода дополнительно ничего не получите. Здесь получается, когда вы заходите на золото, вам компания, помимо того, что по первому и второму выплачивают бонусом, да, здесь, когда у вас команда начинает расти в глубину, то есть 5, 6, 7, 15 уровень закрывается, вы по второму виду бонуса уже не получаете деньги, а по третьему получаете, потому что здесь идут выплаты по поколениям. То есть в одном поколении у вас может быть очень-очень много уровней, пока на одном из них не появится человек, равный вам по рангу. Здесь, начиная с золота, то есть независимо от того, вы зашли на золото или вы достигли ранг золота, вы за неделю от всего товарооборота вашей команды, то есть за то, что ваши люди там подключили людей на разные пакеты, вы дополнительно еще по третьему бонусу берете от 1, от 2 до 8% от своей структуры до пятого поколения. Ребята, это очень большое количество людей. Вот давайте сейчас вот такой слайд рассмотрим. Естественно, в соответствии с рангом, когда вы будет у вас расти ранг, этот процент будет только увеличиваться. Давайте вот такой слайд рассмотрим. То есть посчитаем два вида, да, когда каждый подключил по 3, 5 или 10, и еще сами прибавите проценты. Смотрите, по 3 у вас по первому бонусу 225, плюс по второму бонусу 432, и в итоге $657. И если у вас ниже пошла структура, то вы еще по третьему виду доходов получаете плюс 2% до второго поколения, вот пока человечек у вас золотом не станет, и еще 1% от структуры того человечка, то есть до третьего поколения. Это просто, я не знаю, это сумасшедшие деньги. То же самое, смотрите, если вы по 5 пригласите, вы уже $3000 заработали за неделю. И плюс еще у вас, если команда растет, да, даже вот с этого товарооборота вы еще плюсом получите также по третьему виду дохода. Ну, естественно, по 10 здесь уже $36000, и дополнительно вы еще по третьему виду получите 2 и плюс 1%. Это то, что касается еженедельных выплат, ребят. Теперь смотрите, пассивный доход, то, что касается пассивного дохода. Когда ваша команда, лично вот здесь вот этот бонус касается лично приглашенных партнеров, то есть есть у вас лично приглашенных там 2, 3, 5, 10, неважно сколько человек у вас, которых вы пригласили лично, когда человек раз в месяц проплачивает автошип, что такое автошип? Это раз в месяц каждый человек для себя берет одну единицу продукции у нас в компании, чтобы иметь возможность получать выплаты весь месяц, зарабатывать каждую неделю и иметь возможность получать пассивный доход. Каждый человечек у вас одну единицу продукции раз в месяц взял, лично приглашенный, это бонус по лично приглашенным, вы зарабатываете $10. То есть сколько бы ни было у вас человек в первой линии, там 100, 200, 300, за каждого в конце месяца компания вам выплатит по $10, когда человек пользуется одной единицей продукции. То есть смотрите, я вам сейчас не рассказываю, как нужно продавать баночки, да? Я вам сейчас рассказываю бизнес-возможность, как можно, пользуясь продуктом высококлассным, запатентованным, натуральным, эффективным продуктом компании, зарабатывать очень хорошие деньги, да? Но это еще не все, потому что у нас же есть еще команда, то есть за то, что ваша команда тоже проплачивает автошип раз в месяц, одну единицу продукции для себя берет, вы до 10 уровня со структуры своей, со своей команды берете выплаты процент от 5 до 2. Вам покажется сейчас, что ну, до 10 уровня что-то как-то мало, да, но у вас же у каждого не ограничена команда в ширину, то есть каждый приглашает столько, сколько хочет людей. А это очень-очень большое количество людей в ширину, ребят. Давайте сейчас посмотрим просто примеры по пятому виду дохода.
какие деньги, какой пассивный доход ежемесячно вы можете зарабатывать. Смотрите, если каждый подключает по 3 и так до 10 линии, то есть вы рассказали 3, неважно на какой пакет зашли, тут вот от пакетов не зависит, тут зависит от того, что человек у вас остался в команде, раз в месяц берет 1 единицу продукции, вы делаете то же самое, и у вас идет доход. Вот вы подключили по 3, ваши тоже по 3 до 10 линии так сделали, смотрите, уже на 6 линии у вас идет доход. $1146 только по одному виду бонусов, ребят. А у нас есть еще 3 вида дохода, о которых я вам сегодня не буду рассказывать, потому что это долго. Попросите подробную информацию у человека, который вам дал это видео, либо приходите к нам на конференцию и подробно все разберем с вами. Смотрите, если вы до 8 линии закрываете структуру, это уже почти $10,000, 9894. Если у вас команда закрывается до 10 линии, каждый всего лишь по 3 человека подключил, вы ежемесячно, пожизненно, пассивным доходом получаете $88,626. Друзья, я не знаю никакой другой компании, я не знаю, где не нужно приглашать большое количество человек, чтобы заработать ранг. В других компаниях, вот подобных нам, да, которые занимаются продажами, нужно делать миллионные товарообороты, чтобы выйти хотя бы на $1000. Здесь вы 6 раз по 3 у вас повторилось, вы уже $1200 практически зарабатываете каждый месяц. И вам не нужно делать огромный товарооборот. Вы раз в месяц 1 единицу продукции берете для себя, и ваши люди делают то же самое. Все. И рассказывайте людям в интернете, сидя дома за компьютером, как делать то же самое. Давайте рассмотрим еще один пример на 5 людях. На 5, смотрите, у вас каждый подключил по 5, и вы 5 подключили. То же самое, 1 единицу продукции раз в месяц на 6 линии, когда у вас закрывается уже структура, то есть 6 раз по 5 повторилось, уже почти $20,000 вы получаете. И у вас уже высокий ранг. Это я обращаю внимание сейчас, может быть, сетевиков, которые ищут для себя новую возможность дохода. Ребят, чтобы закрыть ранг, нам нужно иметь всегда в структуре лично приглашенных всегда 3 человека. То есть и дальше там как структура будет расти. Не нужно делать дополнительный товарооборот, не нужно закупать сумками, не нужно постоянно, если вы хотите вот такой доход иметь, вы можете себе поставить цель, пригласить вот по 5 человек до 6 линии, $20,000 у вас в кармане, все. А если до 10 у вас заполняется линии, структура по 5 человек, ребят, по 5. Уж 5-то человек, я думаю, вы найдете время пригласить в свой бизнес и объяснить им, как нужно пригласить 5 человек. Тем более, что у нас есть обучение, у нас есть поддержка, у нас есть чаты, у нас есть все инструменты для работы, чтобы это сделать. $12 миллионов. Пассивный доход только по одному виду бонусов. По одному, ребята, у нас их 7. Давайте с 10 людьми посмотрим. Здесь не нужно вам пыжиться. Пожалуйста, до 6 уровня по 10 человек каждый подключил, у вас $1 111 850. $1 111 000, ваша пенсия пожизненная, ежемесячная. Когда мне люди говорят, что это не мое, мне это не подходит, я не знаю, ребят, куда вы смотрите. Вы готовы пахать 30 лет, чтобы заработать пенсию 5-6-7 тысяч рублей. А здесь можно потратить жизнь 30 лет, чтобы заработать пенсию $1 миллион как минимум. Рассказав всего лишь об этом бизнесе 10 людям и показав им, как нужно рассказать другим, чтобы люди увидели деньги. Сидя дома при этом, ничего не продавая, никого за руку мы сюда не тянем. Ребят, я не знаю какого, не знаю такого другого бизнеса, не знаю другой такой компании, где можно зарабатывать такие деньги. Я вам сейчас кратко раскрыла несколько видов наших доходов. Подробно приходите на наши конференции, просите дополнительную информацию, задавайте вопросы тому человеку, который дал вам это видео. Как мы получаем деньги? Опять же, то, что касается легальности. К каждому человеку приходит вот такая карточка системы MasterCard от компании Pioneer, от банка международного, то есть Пионер, который сотрудничает не только с нашей компанией, но и с другими еще компаниями мировыми. То есть, опять же, если вы хотите сказать, что эта компания нелегальная, скинни-бутики, да,
Какой банк будет сотрудничать с нелегальными компаниями, с лохотронами, так сказать, да, и высылать каждому партнеру карточки и плюс перечислять на эти карточки каждую неделю деньги? Ну, это просто нелогично. Тогда давайте сопоставим такой пример. Вы многие ходите на работу и получаете зарплату по карточкам. Получается, вы работаете в лохотроне, потому что вам ваша организация выплачивает зарплату на карточку. Все доказательства есть того, что наша компания легальная. Давайте дальше теперь разберем, закрепим с вами, да, после того, как вы просмотрели, закрепим с вами ответы на вопросы, что же нужно делать, чтобы зарабатывать 5 зарплат в месяц. Ребят, нужно изучить эту информацию, попросить задать дополнительные вопросы человеку, попросить дополнительную информацию. Нужно разобраться в информации и подключиться в компанию, да, и начать работать. Сколько можно вы можете зарабатывать? Я вам сейчас показала всего лишь 4 вида дохода, у нас их 7. Разбирайтесь в информации, считайте с калькулятором, с чего начать бизнес и как это делать. Да, если вы хотите присоединиться к компании Skinny Boutique, после того, что вы увидели, давайте еще раз разберем пакеты входа. То есть я вам говорила в начале, что есть 3 пакета входа. Ни один бизнес не бывает без вложений, друзья. Мы даже, когда ходим на работу по найму, мы вкладываем в свое повышение квалификации, на одежду, на проезды, на обеды, за садик ребенку. Что уж говорить тут о бизнесе. Никто вам не откроет без вложений бизнес никогда, нигде, ни на земле, ни в интернете, нигде, потому что из воздуха деньги не платятся. Я вам сейчас показала, как компания Skinny Boutique и за что платит нам деньги. Итак, разберем пакеты входа. Есть 3 пакета входа: простой, серебро и золото. Как я вам и говорила, что золотой пакет самый выгодный. Простой пакет стоит $85.72. Вы заказываете 1 единицу продукции, пока вам посылочка идет по почте, то есть вам не нужно опять же никуда бежать, посылочка вам идет по почте из Германии, вам компания предоставляет сразу же личный кабинет со всеми инструментами, бесплатное обучение. Вы имеете возможность получать выплаты с 3 уровней всего лишь, как по бонусам быстрого старта, так и по бонусам пассивного дохода. То есть этот пакет экономически не выгоден. Но если у вас ситуация, что вы не можете начать бизнес золота или серебра, пожалуйста, заходите на простой пакет и начинайте этот бизнес, потому что карьерная лестница у нас есть и рост есть. Автошип — 1 единица продукции раз в месяц. То есть зашли на простой, раз в месяц 1 единицу продукции берете для себя. Естественно, если вы подключаете людей, вы уже на автошип зарабатываете и больше никогда из своего кармана не вкладываете денег. Следующий пакет — это серебро, $148.08. 2 любых продукта вы заказываете, один вам компания дает в подарок именно за то, что вы начинаете с серебра бизнес. То есть, опять же, выплаты здесь уже немножко больше. Автошип — 1 единица продукции также раз в месяц. Авторанг на 2 месяца вам дается серебро, и вы спокойно работаете, зарабатываете деньги. Ну, естественно, самый выгодный пакет — это золото, $209.38. 3 любых продукта вы заказываете, 3 вам приходят в подарок, то есть 6 продуктов. У вас есть возможность попробовать все наши продукты сразу же, да, оценить их по достоинству. И выплаты здесь вам открываются максимальные. То есть помимо тех, которые я вам показала, еще есть выплаты. Об этом вы подробнее узнаете у того человека, который дал вам это видео. Здесь вам дается авторанг на 2 месяца золота. Точно так же никаких дополнительных закупок не нужно делать. Раз в месяц вы берете 1 единицу продукции для себя и продолжаете работать. Это то, что касается вложений, входа в бизнес, друзья. Теперь давайте после этого всего закрепим с вами. Я хочу ответить сейчас на следующие ваши вопросы, да? Даже просмотрев это видео, любой человек может сказать так, да, что это пирамида и это лохотрон. Друзья, заводы в компании стоят, продукция производится. А если вы считаете, что это пирамида или лохотрон, попросите у человека, который дал вам это видео, ссылочку на официальный сайт компании, зайдите во вкладочку «Контакты», наберите все адреса в интернете, посмотрите со спутника. Сейчас это возможно в интернете сделать. Вы можете увидеть наши заводы, как они стоят на земле, пройтись по этим улицам, где они стоят, и все это проверить лично.
все адреса юридические. Сходите к юристу, возьмите адреса, вам подтвердят, что эта компания легальная. Попросите документы у партнера. Вы скажете, я в это не верю. Ребят, здесь верить не нужно, здесь нужно просто взять в руки калькулятор, посчитать, разобраться в информации, прийти и начать работать. Компания – это не Господь Бог, заводы как стояли, так и будут стоять. Нужно просто разобраться в информации. Если вы скажете, что вам это не подходит, потому что здесь есть вложения, или, как всегда люди говорят, вы знаете, все хорошо, но у меня нет денег. Откуда они у вас возьмутся завтра, если у вас сегодня и месяц назад, и полгода назад не было денег? Откуда они возьмутся, если вы не начнете делать что-то в этой жизни? У вас также не будет денег и через месяц, и через 3 месяца, и через полгода, друзья, если вы не решитесь начать этот бизнес. Мы поэтому все сюда и пришли, потому что у нас не было денег, но сейчас мы зарабатываем каждую неделю благодаря этой компании. Мы нашли деньги. Мне не нужен ваш продукт. Вы хотите сказать, что вы полностью здоровы, вас устраивает экология в нашем мире, да? И что у вас нет никаких болячек, вы не хотите быть молодым, красивым и всегда здоровым. Я не поверю никогда. Никогда не поверю. Любая женщина, она отдаст любые деньги за то, чтобы сохранить свою молодость. Ну, мужчины тоже. Поэтому, если вы говорите, что вам не нужен наш продукт, деньги вам нужны хотя бы. Если вам нужны деньги, приходите. О продукте вы можете узнать очень много, и вы удивитесь потом, насколько он вам нужен сейчас уже. Есть еще такое опасение, вдруг я не смогу, вдруг не получится, там, или я боюсь начинать. Вот. Ребят, мы все боялись, мы все думали, что у нас не получится, но когда мы смотрели на других людей и смотрели, сколько они зарабатывают, такие же простые люди, как и мы, просто которые решились начать этот бизнес и начали это делать, мы пришли и начали точно так же зарабатывать. У нас есть обучение, у нас есть поддержка, у нас есть чаты, обучение бесплатное, нужно лишь ваше желание что-то изменить в этом жизни. Придете, научитесь точно так же, как мы, и будете зарабатывать. Я не знаю компьютер, то же самое. Есть обучение, пожалуйста, приходите, обучайтесь. Если вы этой отговоркой хотите сказать, я не знаю компьютер, вы говорите, мне не нужны деньги, подумайте о своем будущем, о своих детях. Когда у вас ребенок ваш спросит, мам, а почему мы сейчас вот ты мне не покупаешь там игрушки, почему мы живем так плохо? Вы хотите сказать, что вы скажете ребенку, ты знаешь, сынок, мне предлагали в интернете зарабатывать, но я сказала, что я не знаю компьютер. Ну это же смешно. Я подумаю. Ну, насчет подумаю, да, каждый человек должен все. Если вы говорите это с тем намерением, что вы хотите разобраться в информации, пожалуйста, думайте. Но если вы уже решили ничего в жизни своей не менять и просто говорите, что я подумаю, от того, что вы подумаете, денег у вас в кошельке не прибавится, то есть вы теряете просто деньги. Как минимум 20 тысяч рублей вы теряете в месяц, когда вы говорите «я подумаю». У меня нет времени. А зачем тогда вы заводите семью, если у вас нет времени, чтобы обеспечить им будущее, своим деткам будущее? На что у вас есть тогда время? На то, чтобы 30 лет отдать дяде какому-то, и чтобы пахать на него, да, и не видеть свою семью, и потом иметь пенсию в 7 тысяч рублей? На это у вас есть время. А чтобы посмотреть полчаса ролик, у вас нет времени. Чтобы уделить 3 часа времени работы за компьютером, у вас нет времени. Чтобы потом в будущем отдыхать в теплых странах и быть финансово независимым человеком, у вас, получается, нет времени воспользоваться этой возможностью. Есть еще такое выражение, прочитала о вас отзывы, все, я не буду работать в вашей компании. Ребят, эти отзывы пишут те люди, которые даже зачастую не знают о нашей компании, потому что очень много отзывов на любую компанию, не только на нашу, проплачиваются в интернете специально. На этом тоже люди делают деньги. Лучше посмотрите на тех людей, которые зарабатывают в нашей компании, и спросите у них, правда это то, что ты зарабатываешь или нет? И послушайте отзывы этих людей, чем тех, которые, совершенно ничего не зная, пишут о нашей компании гадости. Ну и, конечно, напоследок хотелось бы сказать. Не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть около своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше. Друзья, вам жизнь дается один раз. Мы должны в этой жизни
сделать что-то, чтобы потом в старости сказать: да, я молодец, я это сделал, мои дети обеспечены в будущем, мои внуки обеспечены. Если вы хотите действительно начать зарабатывать хорошие деньги, если вы хотите избавиться от долгов, кредитов, если вы хотите стать свободным человеком, не зависеть ни от кого, приходите в компанию, разбирайтесь в информации, мы вам обязательно поможем во всем разобраться и поможем начать зарабатывать хорошие, достойные деньги в интернете, без беготни, без продаж, без каталогов, без нервотрепки. Я думаю, что эта информация была вам полезна. Спрашивайте дополнительные вопросы у того человека, который вам дал это видео. Всем пока!